В современном комплексе юные воспитанники занимаются фигурным катанием и хоккеем. Залы оснащены тренажерами для отработки хоккейных бросков и точности ударов по воротам. Глава государства также посмотрел, как начинающие спортсмены оттачивают навыки на специальных ледовых беговых дорожках. Напомню, что накануне Вениамин Кондратьев встречался с руководителем образовательного центра Еленой Шмелевой, чтобы обсудить открытие школы с математическим уклоном. Учиться там смогут не только воспитанники «Сириуса», но и дети, которые живут в Сочи.